Друзья, опять мы вместе. И опять я рад приветствовать вас этим прекрасным бакинским утром. Спасибо вам большое за вашу поддержку и за ваши комментарии. Надеюсь, мое видео хоть как-то, но немного отвлекает вас от того дурдома, который происходит во всем мире. Ну а в этом выпуске я вам расскажу историю одного из прекрасных зданий города Баку и о том, как оно связано с трагической историей одного из бакинских миллионеров. Поехали! Все началось в конце 19 века, когда городская управа выделила участок земли, расположенный между женской гимназией и редакцией газеты «Каспий», под строительство мечети. У мечети должно было быть несколько куполов, 6 минаретов, а также сад с фонтанами. Но православное духовенство воспротивилось строительству мечети рядом с храмом Александра Невского. И проект постройки мечети был отклонен со стороны Думы. В результате чего на этом месте продолжил свое существование рынок, который позже люди стали называть Шайтан-базар. Данный рынок был довольно-таки оживленным местом в Баку. Сюда на продажу привозили со всех районов и сел продукты, фрукты, овощи, домашний скот и ковры. И через какое-то время городская управа решила облагородить это место, придав ему более культурный вид, и чтобы оно соответствовало всем санитарно-гигиеническим нормам. И даже в 1898 году российским архитектором польского происхождения Голославским был представлен проект постройки нового рынка, но он по какой-то причине не был принят. 1 декабря 1905 года нефтепромышленник, меценат и филантроп Зейналабдин Тагиев обращается в городскую думу с просьбой выделить ему этот участок земли по строительству здания мусульманского благотворительного общества. Городская дума удовлетворяет его требования, и дело остается за финансированием. Меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев периодически устраивал благотворительные приемы. И на одном из таких приемов, в честь праздника Новрус, Тагиев обратился к другому бакинскому миллионеру, Мусе Нагиеву, с просьбой профинансировать строительство здания мусульманского благотворительного общества. Дам немного информации про самого Нагиева. Он родился в 1848 году в бедной семье, состоящей из 4 детей. Его отец – торговец соломой. И в 11 лет Нагиев устроился работать носильщиком в порту. К 18 годам он накопил на небольшой участок земли, где планировал заняться земледелием. Но при бурении колодца для воды наткнулся на нефть. И с того момента он стал нефтеторговцем. Распорядился он своей удачей по-умному, нанял специалистов-нефтяников, и дело пошло в гору. Через несколько лет практически все скважины в поселке Бинегаде принадлежали Мусе Нагиеву. Муса Нагиев был неоднозначной личностью, и о его скупости ходило много разговоров. На одном из благотворительных приемов у него спросили, почему внесли настолько ничтожную сумму, в отличие от вашего сына. На что он ответил, что его сын является сыном миллионера, а он сыном бедняка. Исмаил был единственным сыном Нагиева, который учился во Франции, где и подхватил туберкулез. После болезни он возвращается в Баку. Врач, осмотрев его, рекомендует немедленно отправить его на лечение в Швейцарию. Иначе будет поздно. Узнав о том, что лечение обойдется в 50 тысяч рублей, Нагиев отказался, посчитав это слишком большой суммой. Только когда состояние Исмаила ухудшилось, он согласился на отправку его в Швейцарию. Но было уже поздно. Швейцария, к сожалению, ничем уже не могла помочь. В 1906 году Исмаил Нагиев скончался в возрасте 27 лет.
Ну а теперь вернемся к предложению от Зейналабдин Тагиева к Мусе Нагиеву с просьбой профинансировать строительство здания мусульманского благотворительного общества. Ведь Тагиев не просто предложил ему профинансировать его строительство, он предложил ему назвать здание в честь умершего сына, таким образом увековечить память о нем. Муса Нагиев согласился, но на следующее утро он стал жаловаться Тагиеву о том, что ему может не хватить денег. После чего Тагиев обещал ему помочь и даже дал объявление в газете «Каспий», в котором указал, что достроит здание, если у Мусы Нагиева возникнут финансовые проблемы. Говорят, что даже проектировщики снизили смету здания для того, чтобы Муса Нагиев не поменял своего решения. Архитектором здания стал гражданский инженер польского происхождения Иосиф Плашко, который в 1907 году начал работу над проектом. Вскоре Шайтан Базар окружили забором, снесли старые будки и лавки. Уже в 1908 году проект был готов. При показе чертежей Плашко признался, что давно мечтал построить в городе Баку грандиозный дворец, украшенный национальным орнаментом. Исмаилия стала первой работой талантливого архитектора Иосифа Плашко в Баку. Проект был выполнен в стиле венецианской готики, и на его создание архитектора вдохновил дворец Кадоро, который был построен в 1430 году в Венеции. В том же 1908 году прошла торжественная закладка фундамента. В фундамент Исмаилии была заложена стальная шкатулка, в которую вложили золотой брусок с датой начала строительства. Как говорил ранее, Нагиев был неоднозначной личностью, и самую точную характеристику Мусе Нагиеву дала его внучка Банин. Если мой дед и был одним из самых богатейших людей Баку, то совершенно точно был и самым скупым. Причем скупость его состояла из непостижимых противоречий. В дни, когда на улицах Баку продавались искусственные маргаритки, дедушка избегал выходить из дома, чтобы не стать добычей одного из тех беспокойных типов, который мигом прикалывает цветок к вашей одежде и с призывным видом потряхивает жестяной коробочкой, где уже позвякивали рублики. Но когда он умер, мы с удивлением выяснили, что он раздавал крупные суммы зачастую незнакомцам и всегда без малейшей огласки. Он также выделял многочисленные стипендии для мальчиков из бедных семей. В 1913 году строительство здания благотворительного общества завершилось. Сооружение было богато орнаментировано и увенчали две башенки. А чтобы подчеркнуть благотворительный характер здания, верхний фриз был украшен афоризмами, золотыми буквами, красивым арабским почерком. Стены этого здания повидали многое. В годы Первой мировой войны, вплоть до февральской революции 1917 года, здание благотворительного общества находилось в лазарете для раненых русских офицеров. Во время мартовских событий 1918 года Исмаилия, являясь оплотом мусульманского общества, подверглась массированной атаке и обстрелу. Дашнакские формирования разграбили и подожгли здание. Обрушившаяся в результате огня крыша полностью разрушила входные лестницы, повредила мраморные полы, а здание остались одни стены. После установления советской власти поначалу было принято решение снести остатки здания. Но благодаря общественному мнению власти отказались от сноса и приступили к его реставрации. По некоторым данным, реставрация здания обошлась в десятки раз дороже его строительства с нуля. Памятник архитектуры был восстановлен в 1923 году под руководством талантливого архитектора Александра Дубова. Но время диктует свои правила, и во время реставрации здания восточные орнаменты и надписи на арабском были удалены, и вместо них появились золотые пятиконечные звезды. Здание Исмаилии, которое уже более 100 лет восхищает мастерством работы архитектора, а также искусной работе каменщиков, которые смогли воплотить в материале подлинную архитектурную симфонию.